MacBook Pro? Нерентабельно. Я вам не знакома? И вообще! Здравствуйте. Здрасте. Полчаса уже не выкладывала сторис, мои подписчики, наверное, думают, что я умерла. Хэштег не дождетесь. Итак, если я... У меня к вам два вопроса. Я хочу взять кредит на MacBook Pro. А второй? А что такое MacBook Pro? Может быть, мы для начала познакомимся? А разве я вам не знакома? Ну, я известная инстаблогерша. Простите, я не узнаю вашего лица. Ну, лицо я и не выкладываю. Угу. И для этих фотографий вам нужен мощный ноутбук? Ну, фотографии же мощные. И вообще, у всех великих людей есть Mac. Вы про Илона Маска? Илон? Это какая-то новая маска в Инстаграм? Ну, вообще-то я имела в виду вот Дашу Дзен, Лесу 18, Ники-Ники-Нейк. Какие интересные никнеймы. Ну, вообще-то это их настоящие имена. Учитывая количество ваших подписчиков, вероятность рекламной интеграции низкая. Я изображу на графике ваш предполагаемый доход. Кэш? Ну, да, кэш. Если мы берем в расчет ваши посты, их время выкладывания, ну и, естественно, ваш контент, то в среднем получается, по моим расчетам, получается ноль. Да, ноль. Как вести Инстаграм без MacBook Pro? Для вас это дорого и нерентабельно. Поймите, такие мощные ноутбуки нужны тем, кто полностью использует его функционал. Снимает или монтирует видео, работает с иллюстрациями, с фотографиями, производит сложные вычислительные расчеты. Вот вы что-нибудь рассчитываете? Ну, я рассчитываю, что я ничего рассчитывать не буду. А те, кто это делает, смогут отбить затраты на покупку Mac Pro в течение одного года. Давайте еще раз посчитаем. И то, если это голодать и не покупать новую одежду. Вы сможете выплатить ваш кредит через 3,5 года. Ну, то есть это все равно, что купить себе мини-купер и возить на нем картошку с дачи. Вам подойдет и обычный ноутбук. А зачем мне на ноутбуке возить картошку с дачи? Да я про то, что он вам не нужен. А-а-а! Тогда вычеркиваем. MacBook вычеркиваем. А, получается, мини-купер тоже не по карману. Ну, получается, да. Вычеркиваем. Да. Хэштег рациональность. Вот это хороший хэштег. Ну и что мне теперь делать? Купите то, что вам по карману. В магазинах много ноутбуков в разных ценовых категориях. Хэштег «Иду по магазинам». Следующий.